эту субботу Светлана Боровская отправится в Ивьевский район. Осенью в дождливый серый день проскакал по городу олень. Анатолий уже куда-то на квадроцикле так уехал, что уже ни олени, ни Анатолия. А вон, смотрите, идут. Ничего. Ой, что же вы до меня едете? Тихонько, я могу выпасть! Какое блюдо приготовить в старый Новый год? Как в деревенской школе тренируют лыжников? И кого можно встретить на сафари в Ивьевском лесхозе? Узнайте в новом выпуске программы уже в эту субботу. Включайте «Доброй раницы, Беларусь» со Светланой Боровской. Завтра в 9:10. Привет, чемпион! Какая тишина звенящая! Ой, такой запах. Посмотрела ведущая и упала в голодный обморок. Давайте, не победим, хоть согреемся. Ой, зацепите. Знаете, там сейчас напротив меня такие голодные глаза сидят в большом количестве. А может, скоро будем кушать? О. Доброе утро! С Новым годом! Ой, с Новым годом!